В минувшие выходные в Ногайском районе Республики Дагестан состоялось торжественное открытие современного спортивного стадиона. Такой объект является первым и единственным в северной части региона. На церемонии присутствовали местные жители, действующие игроки районной сборной, активисты, молодежь, а также представители правительства Дагестана. Мне кажется, что это один из лучших таких спортивных сооружений, где могут быть проведены соревнования по футболу. Потому что стадион соответствует всем требованиям. Могут быть проведены и будут проводиться соревнования по легкой атлетике всего Дагестана и вообще северной зоны Республики Дагестан с приглашением представителей соседних регионов Российской Федерации. На центральном стадионе имеется футбольное поле с искусственным покрытием, беговые и атлетические дорожки, трибуны, а также раздевалки для спортсменов. Реализован проект в рамках республиканской инвестиционной программы. Приоритетом у нас всегда является гармоничное развитие детей и молодежи. В этом плане новые спортивные сооружения станут именно альтернативой многим сомнительным местам проведения молодежного досуга. Я уверен, что с открытием нового стадиона это станет мощным стимулом для дальнейшего развития спорта. Общая площадь стадиона – 6 тысяч квадратных метров. Отметим, что спортивный объект был возведен по поручению Сергея Меликова, которое он дал в 2021 году по итогам рабочей поездки в данный муниципалитет.